В Бишкеке сгорела точка быстрого питания. Как рассказали в МЧС, возгорание произошло на пересечении улиц Турусбекова и Рыскулова в точке фастфуда «Картошка». Сгорело 120 квадратных метров площади. На место были привлечены сотрудники МВД, служба газа и бригада «Северэлектро». Причина пожара уточняется. Кроме того, по сообщению МЧС, в стране за сутки произошло 16 пожаров.